На ручки бери. Пойдем, дочка. Пойдем, моя хорошая. Не поймем, что с ребенком. Ощущение, что, может быть, инородка. Привезли на снимок. На ручках? Ну, пойдем на ручках. Все. Сделаем снимок сейчас, ребят. Сделали снимок, ждем результат. Мы находимся на Маркове. Солнышко, будьте добры, дайте нам счет, пожалуйста. Да, за рентген-снимок. Мы хотим оплатить вот это все. Мы съездили, деньги заняли. Сейчас оплатим. Но сегодня же выйдет ролик о этой ветклинике. Друзья, едем расстроенные, просто безумно. Бездомного щенка, у которого непонятно что, мы повезли в ближайшую клинику, чтобы нам оказали помощь. Сделали снимок, потому что было подозрение на инородку. Решили сделать снимок срочно. Сделали, потому что спешили. Но когда сделали снимок, выяснилось, что снимок в этой клинике на Маркова 6, клиника, ветклиника Ягников. Друзья, клиника на Маркова, Маркова 6, клиника принадлежит Ягникову. Так вот, мы сейчас привезли щенка в тяжелом состоянии сделать снимок. Снимок сделали. Спросили, сколько мы оплачиваем. Снимок стоил 1000 рублей. И вдруг нам заявляют, что снимок стоит 2,5. Так вот выяснилось, что рентген-снимок в клинике Ягникова стоит 2500. Ребята, мы в шоке, развернулись и ушли. Я позвонила Ягникову, он мне заявил, что надо смотреть, куда мы приходим. Я ответила, что пусть подает на нас в суд. Но, ребята, это у них нет совести. А у приюта, у бездомных животных, совесть есть. Мы поехали, заняли денег, вернулись в эту клинику и оплатили 2500 за снимок бездомного щенка. Ребята, я хочу сказать только одно. Я всем сердцем желаю, чтобы эти уроды, жадные, зажравшиеся, чтобы каждая копейка с этих бездомных малышей пошла им на лекарства для их здоровья. Не трогай, язычек, не трогай, хорошо. Спи, солнышко, спи. Спи, успокойся.